В детской школе искусств состоялся традиционный отчетный концерт хорового отделения. Этот своеобразный творческий экзамен, и ученики, и их педагоги сдали на отлично. Выступления были встречены бурными аплодисментами. Об этом точно известно моей коллеге Ирине Волокитиной, которой удалось побывать на концерте. Детские голоса всегда прекрасны. Они словно лучики солнца пробиваются сквозь снежную пургу, чтобы согреть людские сердца. За окном метель, а в концертном зале детской школы искусств тепло и празднично. Дети, педагоги и их родители собрались на отчетный концерт хорового отделения. По традиции его открывают первоклассники. На хоровом отделении обучаются ребята разных возрастов, от дошкольников до старшеклассников. Год за годом они поднимаются по хоровой лестнице, постепенно осваивая вокальные навыки. Со своими педагогами им учиться легко и интересно. А вот учителям порой приходится непросто, говорит Игорь Шевцов. Хоровым пением он увлекся в 16 лет, прошел все этапы творческого взросления, от студента музыкального училища до заведующего отделением. Честно говоря, очень сложно, потому что дети от природы имеют разные вокальные данные, тем более разные музыкальные способности. Вот. И помимо развития голоса мы занимаемся еще общим музыкальным воспитанием нашей школы. Достижениями своих воспитанников Игорь Викторович доволен. Завершающийся учебный год принес много побед на различных уровнях – городском, окружном, всероссийском. А на международном фестивале-конкурсе в Великом Устюге хор «Радуга» получил диплом лауреата первой степени. Юная солистка Арина Амросимова – второй степени. Но самая дорогая награда – гран-при – досталась ансамблю «Стерх». Девочки покорили сердца зрителей и жюри ненецкой песни «Четыре белолобых оленя», которую сегодня повторили на бис. Я хочу поблагодарить каждого ребенка, который сегодня стоял на сцене, который достойно сдал экзамен перед самыми важными людьми, это перед своими родителями. И пришло время поблагодарить детей, которые весь год отлично учились и занимали призовые места на конкурсах разного уровня. 26 благодарственных писем вручила Наталья Зеленая лучшим ученикам хорового отделения. И еще 6 благодарностей получили самые активные родители. Они в ответ благодарили педагогов за их мастерство и чуткое отношение к детям. Я рада, что у меня внучка здесь занимается. Я просто в восторге от концертов. Я второй раз вот был на концерте, не этот еще был предыдущий. Я в восторге, очень хорошо. Спасибо всем педагогам. Именно импонирует качество. Так все отточено, отработано. А как коллектив работает, когда собирается этот, я не знаю, муравейник просто огромный, творческий. Педагогам большое спасибо. От всей души, до бесконечности. Сколько я хожу сюда, здесь дочка куда-то училась. Сейчас работает здесь, и сейчас внучка учится. И довольны, и рады. Дай Бог, чтобы эта школа искусств, я эту школу искусств строил. Вот это. И дай Бог, чтобы она была 5 раз больше, чтобы мы могли приходить и смотреть, как наши дети, наши внуки, правнуки занимаются и повышают свой уровень, и все самое-самое наилучшее. Мероприятие доставило всем участникам массу положительных эмоций. Полную версию отчетного концерта смотрите в эфире Лабытнанского телевидения. Ирина Волокитина, Кирилл Сементеев, Алексей Урженко, Максим Мячин. Программа «Время местное».